довольно забавная штукенция. Но вот все-таки, конечно, универсальная она. Вот я прям даже не понимаю, каким макаром они обратно выходят. Смысл в чем? Вместо того, чтобы иметь несколько ключей, да, можно иметь один на достаточно большой разбег от 1/4 до 3/4. Выглядит это следующим образом. Ну, там вот, например, вот это то, что вам нужно открутить. И все, и вот, собственно говоря, достаточно бодренько все это дело крутится. Даже если вы чуть промахнулись, вот так попали, но все равно это можно открутить. Что-то маленькое. Опять же, да, цепляется. Без проблем крутится. Возникает ряд вопросов, да, ну, логичных вопросов. Насколько хорошо это будет откручивать, ну, прикипевшие какие-то там гайки. Ну, в любом случае, по-моему, вполне полезная вещица, если вы этим занимаетесь, там, что-то крутите, вертите. Ну, заказать не помешает, да, единственное, там стоит где-то рублей 300, если не ошибаюсь, в целом, ну, пока нравится. Попробую использовать в деле и, собственно говоря, заходите в группу ВКонтакте, смотрите, там будет о ней, скорее всего, развернутый отзыв. На камеру ж не все успеешь.